Родные мои, сейчас тонкие планы планеты, уходящего низковибрационного мира, просто накалены до предела. И самый центр – Украина. Волны негативной энергии прямо гуляют в пространстве. Это связано с закрытием очень тяжелой планетарной кармы. И это часть преображения планеты и человечества. Разрушение старой реальности и вход в новые энергии. Данный процесс был запланирован очень давно, и пришло его время. И именно сейчас от каждого из нас зависит исход этого тяжелого планетарного процесса. Мы все творцы по своей сути, мы создатели этой реальности, мы активные участники всего, что происходит на планете. Все вспышки агрессии и негатива на Земле – это очень мощное планетарное очищение человечества, чтобы вывести его на новый, более высокий уровень развития. Мы все, независимо от места жительства, нации, расы, цвета кожи, вероисповедания, одна единственная семья. Земля – наш общий дом. Внутри нас живет единый свет. Мы все дети, частицы одного Бога, Творца. Помните об этом. Старайтесь не вовлекаться в низкие энергии, что летают в пространстве, чтобы они не утягивали вас за собой. Удерживайте внутренний свет, будьте светом, светите на весь мир, живите в гармонии и любви. Планета и все человечество очень нуждаются в высоких световых энергиях. Будьте же этим светом. Мы все свет по своей сути. Необходимо обнимать с любовью на тонком плане планету и все человечество. Любовь – это свет, который мягко и ненавязчиво во благо всего сущего ведет очень тонкую божественную работу – и преображает этот мир. Все, чьи сердца откликнутся, могут принять активное участие. Для этого настройтесь на чистоту своего сердца и с безграничной любовью огромными тонкоматериальными руками обнимите планету и все человечество. Просто светите любовью на весь мир. Почему важно именно просто любить, просто светить, просто удерживать высокие вибрации? Очень часто, желая помочь планете и человечеству, люди посылают в пространство самые разнообразные просьбы, молитвы и желания. Но не всегда они поистине чисты, в них часто присутствуют энергии эгоизма, страхов и борьбы. Этим люди не помогают, а еще больше затемняют тонкие планы планеты. Родные мои, просто любите, просто будьте осознанным светом на Земле. Обнимитесь с любовью планету и все человечество. Обнимайте их каждый день. Пусть во благо преобразится этот мир. С любовью ко всем. Магда Фьюния.